Да, вроде нормально все. А сохраняться-то когда мне? Может, уже пора выдать сейф? Чего? Сука, куда мне, блять, мне ж в лодку надо было. Блять, ну я бы разраба сам туда скинул, нахуй. Гниду уебищную, блять. Блять, нахуй ты в дырке застреваешь, тварь боссаная, сука, как меня эта дырка бесит, блять, сука, голову бы отвернул, нахуй. Почему он не сдыхает? Это разработчик, да? Ну так у меня больше мотивации, сука, появилось теперь. Можешь попадать или нет, нахуй? Ебать, ты чё? Ты чё, Нео ёбаный? Сука, охуела, блядь, как под спидами бегать. Ёптать, еще какая-то шляпа тут взрывается. Думаю, не сильно старый, я думаю, многие помнят. Может, кто-то сейчас и по приколу его использует. Блин, я на камень застрял. Просто взял, застрял на камень каком-то, блядь. И теперь нельзя ничего сделать с этой лодкой. Может, можно как-то... Нажмите действие, чтобы столкнуть лодку в воду. А. Опа. Толкать можно. Куда толкать? Она завалилась и все, и... Нихуя. Пидорасы, на разраба, нахуй. Ну, блядь, кнопка действия. Давай я на Е, блядь, выберу, нахуй. Сука, блядь. Она же, нахуй, рядом находится. Блядь, дебилка, сука. Где? Ну еще где? Да, вот нашел. Действие на Е. Все, Е. Все. Теперь нормально. Там что-то пиздануло сразу и в лодку попало. И сейчас лодка еще может пиздануть. Ну, короче, пизда лодки. Бля. А вот, вот сейчас лодка должна была пригодиться. Ну, блядь, мне ихняя лодка пригодится. Самое главное, что в геймплее все нормально. Так. Ну, до сюда доплыву, а там... Она вроде как и по суше может ехать. Ну так, если надо вдруг. Сейчас по берегу, если ковыльки будут, отстреляю. А, не, она ж нихуя. Блять, а шо, она при любом раскладе просто заваливается на бок, ну она пизданется скоро. Она может багануться.
Блять, я только что нахуй столкнул в воду нахуй. Бля, я думал, ну все, можно ехать. Только чуть-чуть вверх. Вперед нажал, и все, и она опять на суше. А, блядство ебучее. Вот сука. Там мыло. А, это... Сейчас. Блин, она не сейвит просто. Видимо, репак такой. Потому что само стоит тут только чтение. А, не, нихуя, да? Не может. Какие-то буквы можно разобрать. Ну, с телефона, наверное, повиднее будет с компа. Там экран большой, там размыливание будет, наверное. Блять, а Ctrl-C, блять, Ctrl-V, блять, скопировал, ёбаный кусок говна. Сука, нажимал же Ctrl-C на этой, на старой хуете. Ну ладно. Не получится-то. Придется самому делать опять. Вин Аэро Глаз. Да, Сайра, Сайра, да, есть такое. Я по гайдам в интернете отключал, ну, прозрачность, вот эта хуйня, вот, которая сверху тут, что видно все. Через вот эту вот, через верхнюю и через, через пуск тоже видно. Вот, видишь, на, через пуск видно. Косяк. Но это не из-за этого. Точнее, я по гайдам в интернете отключал, а он не отключился, потому что тут пуск свой, не обычный этот, виндовский, а старт от семерки стоит. Он, наверное, багованный. Блять, паскуда, а? Сука, не скопировалось? Я тут проебался. Ну, не сильно мешает. Не так-то уж и сильно. Ну, есть прозрачности, есть, но я на особо внимания не обращаю. Правда, в браузере вкладки открывать не очень удобно. Точнее, закрывать. Что такое Доплер? Это что-то со светом связано. Да, заменить. Продолжить. Все. Ну. Ну, все, я игру загрузил. Че, блядь, поменялось-то? ОБС-ка... Что-то не так? Это ебучий ОБС-ка опять надо разбираться. Во. Работает. Последняя 22.25. Чего, блядь, это последняя... 20 минут назад, что ли, было?
Смотришь картинку загрузочную, это ожидание, а реальность? Блять, у меня эта клавиатура сбросилась, сука. Падла, блять, ебаная фаркраевская. А что ей не нравится-то? Насколько я помню, она вообще будет при каждом перезапуске сбрасываться. На русский язык, видать, поменялось. Не, я прям хочу что-нибудь поставить, типа Директа 8, блин. Почему, если якобы здесь можно менять Директ, может, его нельзя с игры менять? А так можно? Демку вроде выключил. Блять, серьезно, я поменял на английский язык, а он все равно. Ну, при каждом перезапуске будет такая хуйня происходить. Почему-то раньше не было, почему-то я раньше перезагружал все настройки, было все нормально. Где по дефолту сбросить? По умолчанию, уверены? Да, уверен. Все, надо на дефолтную скидывать. Ну, я чуть-чуть ухудшил, но что-то я нихуя не пойму, что поменялось тут. Вроде прорисовка, растительность хуже стала. Не, прям я чую, зайду туда и опять мышка плавать будет. Еще один совет, Джек. Не ходи тропами. Скорее всего, наткнешься на противника. Пробирайся через джунгли, и твои шансы на успех возрастут. Да. Нихуя не поменялось. Слишком много травы. Куда бы ее деть, чтобы ее поменьше было? Что это, танк стоит, что ли? Все, мышка поплыла, поплыла мышка, поплыла. Тут надо что-нибудь пожестче, какие-то меры предпринимать. Попробовать. Будет ли тут Direct 8 работать? Бля, я уверен, что если какую-то хуйню тут выкрутить, то можно и в принципе и графику нормальную накрутить, чтобы более-менее было. Настроек до хера, а толку, ну. Ну, они нормальные, они вроде не сбрасывают. Не сбрасываются.